Я переплываю реку, чтобы сорвать цветок гибискуса, великолепную орхидею и множество ароматных трав. Я собираю все это в надежде преподнести той единственной, о ком я думаю во время далекого путешествия. Я все еще смотрю на старый деревенский пейзаж, на длинную дорогу и на огромные просторы. Мы едины разумом, но живем врозь. И в конце концов, я состарюсь израненный горем. Ясная луна ночами светит очень ярко, и сверчки поют у восточной стены. А лула южная, указывающая на приближение зимы. Большое скопление звезд, и каждая из них такая яркая. Белая роса покрывает дикие травы, и времена года так быстро сменяют друг друга. Осенняя саранча стрекочет среди деревьев, и птицы улетают в далекие края. Раньше мы были учениками одной школы, высоко поднимаясь, ударяя шестью перьями. Но ты предал нашу близкую дружбу и оставил меня, как следы позади себя. На юге созвездие Стрельца, на севере ковш Большой Медведицы, и вол не в силах будет нести свое ярмо. Не имея прочности металла и камня, какая польза от пустой репутации? Все дальше и дальше, пастушок. Прекрасная служанка машет ему вслед. Проворные белые ручки машут. Стук-стук, двигается ткацкий станок. Я хорошо выгляжу? Да. Ваше Величество. Насколько мне известно, в прошлом месяце сгорел один из императорских дворцов. Министерство промышленности уже прислало проект. Они торопятся его восстановить. Отправку туда камней и других материалов может занять некоторое время. Они приглашают рабочих из Тайюаня, Шанси и Сычуаня. Поторопитесь. Есть противники? Он хочет быть быстрее Бока? Если министр промышленности снова скажет ускориться... Не позвольте императору узнать это. Слушаемся. Прибыла императрица! Вода в реке... все еще горяча. Я... и мое разбитое сердце. Джоу Цан, это не вода. Это бесконечная кровь героев.
июня 1402 года. Моросил дождь. В стране было неспокойно. В тот день Нандин был объят пламенем. У меня была сестра. Ее звали Манин. В тот день весь наш род был уничтожен. Родители погибли у меня на глазах. Отец! Что происходит? Мы не можем уйти. Идите к воротам Джинянь. Я пойду к императору. Нет, я слишком слаба, чтобы убегать. Мы должны умереть вместе. Уходи, пока еще не поздно. Отец! Я не могу. Папа! Глупая! За мной! С дороги! С дороги! Ваше Величество! Мы сможем защитить город! Ваше Величество, господин Ян подкупил евнухов, чтобы они открыли восточные и западные ворота. Что ты сказал? Ваше Величество, мы обречены. Ваше Величество, Ваше Величество, у нас еще 5000 человек. Вы сможете выйти через северные ворота. Раз вы решили бежать, все солдаты будут в вашем распоряжении. Где дворцовская охрана? Ваше Величество! Ваше Величество! Они разбежались! Еще утром! Ваше Величество, у меня есть план. После смерти вашего деда, господин Бувэнь оставил вам два сокровища. Он сказал, они могут пригодиться. Нужно их найти. И, возможно, вам удастся выжить. Ваше Величество! Вон! Вон! Все вон! Дедушка, как мне следует поступить? Копайте! Быстрее! Да здравствует император! Да здравствует император! Да здравствует правитель Ян! Да здравствует император! Да здравствует правитель Ян! Да здравствует император! Да здравствует правитель Ян!
Отец, я вернулся. Жовей! Мама! Мам! Жовей! Приведите сюда Фан Суяжу. Господин Фан, окажите мне услугу. Помогите написать указ о моем восхождении на трон. Мне нужно успокоить народ. Богатство, звание — все в вашем распоряжении. Неблагодарный сын! Узурпатор! Фан Суяжу! Не боишься, что я истреблю весь твой род? И что это изменит? Ваше Величество! Разрешите мне наказать его. Брат, какая глупость. Не подливай масла в огонь. Мы только основали государство. Нельзя допускать убийства людей. Сунь, это я, Цзин Цин. Почему вы не сбежали? Я помогу вам. Генерал Сунь, нет. Мне надо позаботиться о моих девочках. Дочка, иди. Папа. Иди с генералом Сунь. Генерал Сунь, мы старые друзья. Пожалуйста, пусть мои дети будут в безопасности. Пап. Без опыта сможешь стать взрослым. Джанзи. Ну же.
Иди сюда. Идем. Наследный принц вернул ее обратно. Она не может ничего вспомнить. Пожалуйста, позаботьтесь о ней. У меня никогда не было даже кошки. Как я могу воспитать ребенка? Отошлите ее в прачечную. Слушаюсь. Если хочешь остаться здесь, ты должна соблюдать правила. Первое. Не плакать. Второе. Я помешана на чистоте. Ты не можешь запачкаться. Третье. Будь послушной девочкой. Если совершишь ошибку, получишь палкой по рукам. Если еще раз, останешься голодной. Плачешь? Дедушка, почему ты плачешь? С сегодняшнего дня я предатель. Я об этом сожалею. Что ты делаешь? Кто разрешал тебе прийти сюда? А ну, не плачь. Манинь звучит не очень хорошо. Долго не проживешь. Возьми мою фамилию. Ху. Хорошо. Покойная... женщина-офицер Шансян. Тебя будут звать Шансян. Тебе следует пользоваться этим именем. Ху Шансян. Ху Шансян. Не зови меня мамой. Перед другими называй меня госпожой. Наедине. Зови меня тетей. Хорошо. Где твои родители? Они умерли. Осталась только сестра. Возможно, она тоже мертва. Я же говорил тебе, здесь ничего не осталось. На что ты смотришь? Конница снаружи арестовывает сбежавших преступников. Если они схватят тебя, ты умрешь. Уходи отсюда. Ты... Меня зовут Сунь Юй.
Я встретил твоего отца, когда просил милостыню в горах Сишань. Я пытаюсь вернуть долг твоему отцу. Но я больше с ним не виделся. Девочка, с сегодняшнего дня мы будем держаться вместе. Десять лет спустя. Это гора Сяогун, там гора Мэй. В тот раз предатель Джуди ворвался в город со стороны реки. Джуди проживает хорошую жизнь. Я молю Бога, чтобы не позволил ему так рано умереть. Я убью его своими руками. Нэсин, прекрати, иначе получишь по лицу. Когда войдем в город, нужно рассредоточиться. Да. Да. Джуди основал Дунчан и усилил императорскую гвардию. Убийство – вещь очень опасная. Будьте осторожны. Есть! Оставьте это на меня. В этом месяце ты не можешь заниматься каждым приемом пищи. Ты должна следить за кухней. Ты должна запомнить всех императорских поваров. Ты не можешь посылать блюда императору без моего разрешения. Больно. Больно. Думаю, что твои уши лишь для украшения. Я слушаю. Убрать прилавки. Быстрее. Все убрать. Скорее. Мои овощи. Откройте дверь! Откройте дверь! Откройте! Что случилось, офицер? Сегодня император возвращается после победы при Алутае. Все магазины должны быть опечатаны. И вы все должны преклонить колени. Барышня, вы помните об этом? Отец? Да. Братья. Выпейте чашку чая. Я приготовил императорскую печать, а также курительницы. Заходите, мы заняты. Прощайте. Братья, идем. Прощайте. Нэсин, будь осторожен. Если я не вернусь, не плачь. Перестань говорить глупости. Как только мы убьем этого кровавого императора, мы победим. Вы все подойдите. Держите эту пилюлю под языком. При необходимости проглотите ее, и через 3 секунды вы умрете. Хорошо, отец. Тебе не надо повторять это еще раз. Императорские стражники... Они не такие жестокие. Нам не стоит так сильно беспокоиться. Когда попадешь в императорскую тюрьму, ты это узнаешь. Они будут пытать и избивать тебя до смерти. Держи это под языком. Так тебя не смогут схватить.
это уникальная возможность. Повозка Джуди войдет в город через главные ворота. Мы убьем его, когда он будет в 50 джанах от нас. Но дело в том, что с ним будут лучшие императорские охранники. Вы должны быть осторожным. Будьте стойкими. Вам нужно убить его одним выстрелом. Если упустим время, у нас шанса больше не будет. Приказу императора Цзянь Вэня убить предателя Джунди. Быстрее, отец. Живей. Нас раскрыли. Отпусти меня. Уходим. Отец! Отец! Собрать всех военных офицеров во дворце. Также я хочу видеть наследного принца. Есть.
Ты что-то обнаружил? Дядя проводит расследование. Ты знаешь, кто они такие? Дядя говорит, они сироты Дзинаня. Брат, ты не можешь этого сделать. Все встревожены. Другие воспользуются этим преимуществом. Почему, наследный принц? Вам не следует здесь разговаривать. У тебя нет военного опыта. Это рискованно. Ты поднял колоссальный шум, народ встревожен. Дядя? Отец? Отец! Я знаю про нападение. Я здесь, чтобы узнать, в порядке ли вы. Я возглавлял армию на войне в Алутае в течение года. Я не видел происходящего в столице. Без присмотра моего второго сына. Теперь все будет по-другому, не так ли? Но я... Ваше Величество, я хочу мобилизировать армию. Мы закроем ворота и арестуем всех преступников. Продолжай. Но наследный принц отказался. Мне нужен ваш указ. Я... Хорошо. У тебя есть сообщник? Ваше Величество, я... Это невозможно. Я... У нас враги за стенами и предатели внутри. Чем весь день вы занимаетесь? Когда изменники появились в столице? Кто это организовал? Какая у них была цель? Ваше Величество? Ну, он... Говори яснее. Ваше Величество, я... Могу я сказать за моего отца? Мой отец слабый и тучный. Он бежал всю дорогу. У него перехватило дыхание. Я не знаю, откуда мой дядя взял эту информацию, но мой отец не имеет ничего общего с этим нападением. Вы вывели армию на улицу, и сегодня нужно праздновать. Император вернулся назад с триумфом. Нельзя позволить предателям повлиять на наш дух. Если мы будем арестовывать преступников по всему городу, горожане начнут жаловаться. По-моему, это не то, чего бы мы хотели. Совершенно верно. Ваше Величество, помимо арестов, мы должны проверить всех чиновников, всех предателей. Нужно уничтожить. Иначе убийцы не были бы такими безудержными. Итак, вы хотите воспользоваться военной поддержкой? Верно? Совершенно верно. Я прикажу позвать всех солдат. Вы выследите преступников. Что касается проверки чиновников, просто сделайте так, как сказали. Слушаюсь. Я... Помогите отцу подняться. Да. Он? За эти 10 месяцев не произошло ничего серьезного? Нет, в мире все спокойно. Возвращайтесь. Можете идти. Слушаюсь. Что тебя беспокоит? Я размышляю.
Не думаю, что дяде удастся что-нибудь обнаружить. Убийцы появились хорошо подготовленными. И народ будет терпеть убытки. Глупо, правда? Просто позволь дяде это сделать. Он думает, что мы глупцы. Вам следует позволить своему противнику вас недооценить. Да. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. После ареста вашего дяди вы должны приказать императорской гвардии это расследовать. Мне все равно, арестуем ли мы мятежников. Мне нужно знать, где проживает Цзянь Вэнь и как он тренирует своих убийц. Кто сотрудничает с ним в столице? Кто раскрыл им наше местоположение? Мне необходимо знать, где они находятся. Я даю вам золотой знак. Вы можете действовать, а потом докладывать. В горшке с кистями. Заходи. Они все умерли. А мы сбежали. Опозорены. Такова их судьба. Это не судьба. Это глупость. Они вырыли большую яму, а мы просто запрыгнули в нее. Если это будет необходимо, я тоже туда прыгну. Мы сражаемся против двора. Иди и спроси их сами. Это было ожидаемо, что они могут погибнуть. Но 10 лет. Мы обучались кунг-фу в течение 10 лет. Мы вместе выросли. Они умерли ни за что. Это того не стоило. Глупость. Иди и проверь, совершили ли они самоубийство. Иначе мы умрем. Иди. Откройте дверь. Откройте. Скорее. Откройте. Иду. Мы ловим убийц и производим аресты. Кто хозяин этого магазина? Отец. Офицер желает арестовать людей. Ваша светлость, я сожалею. Мне тяжело из-за своей болезни. Позвольте моему сыну помочь вам с арестом. Отец! Отец, с вами все в порядке? Больно. Благодарю. Поторопитесь. Вперед. Господин, мы не можем прятать здесь людей. Господа офицеры, прошу, будьте нежнее. Позже я дам вам немного денег за ваш тяжелый труд. А вы знаете, что делать? Спасибо. Прежде чем открыть дверь, вы ведь плакали, верно?
一念之缘。